Ребят, всем доброго времени суток. Давайте посмотрим, как ведут себя в рандоме твои союзники. Сейчас будет типичный, наглядный пример. Вот ИС-4 двигается на позицию. Едет, никого он не трогает. Смотрите, не задевая Т-30, он проезжает, да? Не задевая Т-30. Что делает Т-30? Все, он начинает его толкать, не давая ему проехать, понимаете? ИС-4 отходит от, чтобы футюра не задеть. Смотрите, что делает дальше этот Т-30. Вот такие союзники в рандоме. Он его пихает просто, он его просто толкал. Откатывает. Ну едь ты, стреляй, да, Т-30. Допустим, я вот тебе. Смотрите, он ему сейчас в пиксель зарядит. Оба в пиксель прям. ОМОНу в пиксель просто. Вот, он специально посмотрел, да, где находится Т-30. Чтобы не было никаких претензий. Вот, все, ИС начинает танковать эту... Ад этот, тортика этого. Все, опять приезжает. Опять приезжает Т-30. Ну понятно, русская техника, она не алё. Все, вот что вот делает он, вот посмотрите, что он делает. Он просто ему перегораживает, смотрите. Вот он, все, он подкатил, заехал. Для чего? Он просто закрыл позицию. Как? Он просто заехал и закрыл позицию, откуда мог ИС отыгрывать. Теперь он его не вытащит. Боже мой, боже мой. И вот такие союзники у нас в рандоме. А ну вот Проджета уже там с горки накидывает сюда, зная прострел. Что ИСу можно, да, накидать в борт. Просто в борт. Броня не пробита. Он стоит просто в пиксель, кидает и все. И это тоже его не пробивает. Да. Ну вот началось танкование здесь. И кат, и все, гусля, гусля, гусля. Ну вот тут он неплохо отвоевал, неплохо. Красавчик, просто красавчик. Отличный бой, ребят, отличный бой. Ставьте лайки, пишите комментарии.
Отменяем. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Внимание! Отступаем! Хорошо. Фиксирую цель! Прекрати слежение! На, это все тебе!